Так, Ой. ой, у Данирчика сегодня вот такая пицца. Мирчик, Данирчика сегодня Космос. пицца просто. Космос. Давай, да, наклеечка. А у нас с тобой Нет, еще пиццерии наклейки, не было. Дамирочка, у нас с тобой еще наклейки с этого. Помнишь, с Додо пиццы? Да, там еще и бабушка. Наклеивай, выбирай место и Нет, наклеивай, не чтобы видят. красиво было. Так, тут у нас салфеточки. Что-то еще, не знаю, что-то. Конфетка, жвачка. Жвачка, да. Дальше здесь. Господи, да что ж они тут кучу всего понаклеивали. Я Я хочу сказать, что наклеила. очень красиво, Это да. погода, Барбекю, который у вот нас такой скоро. соус от Хайнц нам дали. И значит, здесь пицца, это сырная курочка, и бортики у нее кунжутные. И все бы Я ничего, увидела. но когда я заказывала, ребята, ее в приложении, эту пиццу, деньги у меня отнялись, а вызов, а заказ сам остался вот такая красивая сырная курочка. Вау. А значит, заказ у меня остался высвечен так, как будто никакого заказа и не было. Вот. Я испугалась. То есть деньги отнялись, а заказ все еще в корзине. Я написала в поддержку, молчат, но времени, в принципе, мало прошло. Я нашла их в Инстаграме, нашла их номер телефона, позвонила, объяснила ситуацию. Мне сказали, что все в порядке, и наша пицца в течение часа будет у нас дома. Но эта ситуация меня выбила из колеи, мне было неприятно, и поэтому я не думаю, что я буду еще заказывать от фирмы пицца просто что-то, по крайней мере, в ближайшем будущем. Осадочек, ложечки нашлись, понимаете, осадочек остался, поэтому я подумаю, очень подумаю, заказывать ли у них что-то Это еще, а как на вкус будто сейчас будем ее пробовать. плоский, если есть Да, или Мир? нет.